Thank you.
Сюда можно прикрутить розетку. Или сказать, что будет. Смотрите, ну короче, вот этот удлинитель оранжевый, вот такой, вложен внутрь. Да, внутри. Сюда мы просто засверливаем отверстие, делаем выход и еще одну розетку прикручиваем навсегда. То есть надо три розетки. Все. И потом, когда мы делаем, достали дырку, включили и забыли.